Приморье 10 ноября сотрудники внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Первые на Дальнем Востоке на тот момент милицейские подразделения были созданы 15 марта 1917 года во Владивостоке. Профессиональный праздник – это время подвести промежуточные итоги года, а также возможность наметить перспективы, высказать слова благодарности сотрудникам, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Оперативная обстановка в крае этого года характеризуется снижением преступлений на 5%. Также видно понижение количества убийств, разбойных нападений и грабежей. Сотрудники также достигли уменьшения количества аварий и ДТП, спровоцированных пьяными водителями. Местная полиция выполняет тяжелую работу, не считаясь с личным временем, а порой жертвуя здоровьем и жизнью. Как правило, в свой профессиональный праздник сотрудники принимают поздравления на посту. Ведь цель для них всегда одна – это охрана покоя граждан и порядка в стране. Известно, чем незаметнее работа полиции, тем она профессиональнее. Чем реже мы о ней вспоминаем, тем эффективнее ее действия. Но в день торжества работники ведомства в центре внимания. В этом году штабные подразделения МВД России, подразделения уголовного розыска по работе с личным составом отметили свое 105-летие. Медицинская служба в системе МВД – 102 года. Патрульно-постовая служба отметила вековой юбилей. Подразделение следствия – 60 лет. Службе участковых уполномоченных полиции исполняется 100 лет. Коллектив 8 канала поздравляет сотрудников органов внутренних дел и ветеранов с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству. Елизавета Драгомирова, Виталина Хомякова. Новости на 8.